ползет вверх, смотри. Лучше отойди, слышишь? Да, Коль, лучше отойди. Тормози, Зур, дыми, все, все. А как это? Ты что, это как мы... Ты... На... Вот... Че? Сейчас он приколется, он же думает, что она пиздец. Выпускайте Кракена! Да, Василий, да. Макс, что за херня, Макс? Что такое? Блин, я не успел мотоцикл купить, Макс. Уже куча ритуальных услуг на меня подписалась и смотрят за моими постами, Макс. Что это за херня? Не знаю. Может, велосипед надо было покупать, а? Я думаю, надо было. Поршень, он входит в цилиндр, доходит почти до упора. Это верхняя мертвая точка. Он сжимает топливную смесь, она воспламеняется и... They bugging, bro. Why, bro? Bro. Bro. She made fucking beans. What the fuck? Я, конечно, ребята, видел все, но такого я не видел, это точно. Ой-ой-ой. Таким образом, профессиональные маляры убирают потеки по лаку. А клиенты потом дают пизды за такую работу. Проблемы с топливом на высоком давлении. Камон! Производим выстрел из пушки, выбиваем шкворень баллоном. Давай. Бабах. Готово. Вот и все.
А вот шпорень влетел. А? Отлично. Точно. Ку-ку. Ой, Игорек, заснял? А то. Бля, газу, Лёха! История такова. Едет наш русский мужик на японской Тойоте, и тут у него случается несчастье. Где-то в 500 километрах на севере отрывается шатун. Вылетает через блок, через предподдон. Поршнем гнет клапана. Ехать далеко, но надо. Чуть ли не на коленке. Они вышкребают все остатки шатуна. Поршень там остается. Делают они вот такую петлю для противовеса. Скорее всего, или для балансировки. И, короче, на трех цилиндрах он добирается до места, где может спокойно заменить двигатель на контрактный. С дыркой вот с такой вот в предподдоне, с тремя шатунами, но все-таки доехал. Вот такой вот русский мужик. Ну, открой, покажи. V8 под днищем. Зато удобный доступ. Так. И все это в российском чуде. О! Видно, наша доблестная полиция до ручки дошла. Так, с мешков высыпайте. Потому что это... Оранжевая! Ярославль просит что-то голубое. Да? Кончились деньги. Вещи эти все потом вам вернут, так что можно безвозмездно и... А чё, так можно было, что ли?
Ну что, машине пиздец. Больше машины у нас нет. Алин, что делать? Прости меня, пожалуйста. Wherever you want, just don't hurt me. If he moves, bust his ass. Just don't hurt me. Just don't hurt me, okay? You just sleep. What are you doing? I'm being robbed. There's no one behind you. What do you mean?